Итогом многолетних трудов декана исторического факультета ИФГУ Аркадия Корникова стала книга «Геральдика Ивановского края». Автор презентовал ее широкой публике в региональном институте развития образования. Иллюстрированное издание обобщило в себе всю имеющуюся информацию о гербах городов и поселений области. С самого момента возникновения человеческого общества возникла такая потребность самоидентификации. То есть нужно было отделить своих от чужих, это с одной стороны, а с другой стороны необходимо было определиться с стратификацией этого общества. Потом, поскольку с появлением первобытного общества, появлением первобытных каких-то объединений, родов, племен, вот эти вот объединения, они не были, не стояли из равных людей. Всегда выдвигался вождь, жрец, дружинники, значит, младшие члены вот этой вот общины. Родовые символы и знати как раз выполняли функцию разделения общества на классы. Первые гербы появились в Западной Европе в XII веке, в России гораздо позже. В работе историка описаны четкие правила геральдики и принципы создания гербов. Особое место отведено развитию символики текстильного края. В своей книге я поставил следующие задачи. Во-первых, рассказать о том, какова история, современное состояние геральдики Ивановской области. А затем дать анализ происхождения, символики тех или иных гербов, потому что это тоже представляет такой интерес. Ну и, наконец, дать справочную информацию по областной официальной муниципальной геральдике по состоянию на конец 1917 года. Автор отметил, что книга будет полезна тем, кто интересуется геральдикой в целом, а также историкам и краеведам, которые изучают Ивановскую область. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.